короче, эта подруга уже со мной тут сидит. Ну ешь давай. Курица. Чем тебе курица-то не нравится? Ну какой ты солнышко, такая ты классная. Доброе утро, мои дорогие, мои хорошие. У меня сегодня крайний день в Турции. Не очень люблю слово «последний», как вы знаете. Я побежала быстренько, попрощаюсь с морюшком. Последний так крайний разочек окунусь. И все, чемоданы у меня уже в отеле собраны, именно поэтому я иду с пакетиков, потому что пляжную сумку уже уложила, все уже уложено. Окунусь в душ и уже на выход. Крайний разочек, взгляну еще раз на эту красоту. Сфотографирую это в своей памяти. Так, все, я попрощалась с морем до следующего года. На самом деле отношение к морю у меня как к вполне живому организму. И с ним надо обращаться очень уважительно. Нужно поблагодарить за то, что море тебя принимало, за то, что море тебя исцеляло. Поэтому обязательно нужно с морем и поздороваться, и попрощаться. Я понимаю, что это звучит как бред сумасшедшего. Но я в это верю. Такое уж у меня к морю сложилось отношение. А еще без ложной скромности хочу отметить, что я, скорее всего, похудела за время отпуска. Ну, по моим внутренним каким-то ощущениям. Не знаю, как это происходит. Обычно на весы встают, чтобы констатировать факт похудения. У меня по личным ощущениям. Похудела. А вообще, по-хорошему, надо бы задаться целью на следующий год. Это поездка в Стамбул. Надо съездить в Стамбул по-любому, потому что, ну, это прям культурная столица Турции, мне кажется. Надо съездить посмотреть. Мне кажется, это просто непростительно гонять в Турцию отдыхать на море, но, типа, не познакомиться с ее культурным центром. Красивое место, какой-то парк, тут жарят шашлыки местные, барбекю какое-то. В общем, запахи стоят вкуснейшие, невероятные. Там пляж, и невероятно очень вкусно пахнет пихтой какой-то и эвкалиптом. Ну, я так понимаю, это парк отдыха для местных, что-то такое. А сюда нас только заводят на остановочку. Жаль, конечно, нет возможности прогуляться туда вглубь. Запахи невероятные. Ну, я так понимаю, это что-то для местных. Аллилуйя!
Я в аэропорту, я разобралась, прошла регистрацию. Пойду немножко пошарюсь по duty free. Ну чё, от меня это утомило сейчас, если честно. Короче, я искала медь, а нашла золото. Взяла себе вот такую вот маленькую Бакарди. Сейчас разживусь колой. И время ожидания полета пройдет незаметно. Все, я уже, как вы поняли, в аэропорту. Зашла в местный фастфуд поесть, взяла колу. Я сейчас такой стресс пережила, господи. Сейчас поем и все вам расскажу. Короче, я рассказываю буквально вкратце всю эту удивительную историю. Ну это трэш, господи. Короче, пошла я в местный фастфуд, взяла там какие-то наггетсы, картошечку, колу. У меня еще 5 килограмм ручной клади, большая сумка. Короче, мне выдают этот поднос. Я заранее понимаю, что типа я с ним не справлюсь, ну типа я не удержу баланс. Но однако зачем-то я его хватаю. Беру я, короче, этот поднос и понимаю, что кола 0,5 начинает вот так ходить. Я пытаюсь мастерски выполнять какие-то эквилибристские трюки, но у меня не получается удержать этот стакан, и он падает прямо мне в ноги. Я смотрю с отчаянием на этот стакан, поднимаю глаза, и я понимаю, что брызги от этого стакана полностью залили стоящего передо мной огромного темнокожего мужика. Он на меня так посмотрел зверским взглядом. Я думала, сейчас я останусь без очков и, наверное, без одного глаза, потому что мне, скорее всего, сейчас втащат. Ну, я, короче, расстроилась. Думаю, ну ладно, повезу Ромчик домой. Осталась без колы, скажем так. Ну, хоть поем. Все, иду с этим подносом, а я еще такая, типа, этот стакан обратно на кассу ей ставлю, говорю, выбросите, типа, мусор, трэш, там, типа, пытаюсь объяснить. Она меня не понимает, говорит, типа, нет, вторую не нальем. Так я, типа, понимаю, что вторую не нальем. Типа, детка, я живу в России, я понимаю, что, типа, за бесплатно можно только кукиш с маслом получить, я к этому уже привыкшая. И, типа, я говорю, ну, не надо, типа, наливать мне, просто выбросить, вон, типа. Она такая меня тоже не понимает, говорит, нет, типа, не налью. Я такая, и вторая девочка, которая стояла на кассе, она поняла, что я имею в виду, взяла у меня стакан, типа, выбросила. Я такая иду с этим подносом, чапаю, такая расстроилась, типа, ну ладно, бывает. И эта девочка, которая у меня стакан-то выбросила, догоняет меня, такая, мадам, останавливает меня и дает мне стакан колы 0,5. Я такая, типа, это мне? Типа, how much? Типа, ну сколько я должна? Она такая, нет, типа, ну, типа, бери. Я такая офигела, ну, бывает же и такое, даже в аэропорту, где обычно с тебя пытаются содрать 3 шкуры. Ну, типа, чтобы вы понимали, я сейчас так озираюсь по сторонам и пытаюсь гаситься от того самого темнокожего огромного мужика, которого я облила колой. Как-то так. Конечно, старалась перед ним максимально извиниться, там раскланялась, типа, I'm sorry, там, типа, все такое. Он на меня смотрит таким зверским взглядом, а я, типа, не понимаю, что мне сделать. Я же ему штаны новые не куплю, как бы. Как в этой ситуации поступить, я не знаю. Я прилетела, Данил Владимирович меня встретил. Я ему так эмоционально иду, рассказываю про свои похождения в аэропорту. Он идет чисто с каменным лицом. Ага. Я такси пытаюсь заказать, она начинает, я ее слушаю. Ну я на эмоциях рассказываю, представляете, я иду такая вся воодушевленная. Ну как я это могу руками размахиваю, он такой, спасибочки, ок. Ну а на этом, дорогие друзья, я надеюсь, мои удивительные путешествия не заканчиваются. Я еще обязательно куда-нибудь выберусь, когда накоплю шекелей. Ну а пока что у меня продолжается моя великолепная, интересная, бурная жизнь. На этой прекрасной ноте я с вами прощаюсь. Всех целую, обнимаю. Всем пока. Спасибо, что были со мной в эти яркие, прекрасные, незабываемые дни.